То есть люди очень интересно реагируют. Вот они вдвоем, да, например, ну там, два товарища. Первый ударил, да? Например, я раз ему. Вот. И сходишь все время им. No it's coming, no closes, whatever. Ну понятно, да? Самое важное это движение. Чтобы у вас, ну, бьют человек, чтобы он вас не застрял, как бы, ну, не застрял в ваше тело, не остановился, да? А вы матрицу. Остановить. Jo, tam byste vybrali svým pohybem, byli schopni pořád pracovat se svým tělem. Jo, on ten pohyb neomezí. Může poprovit, choď nohy. To samé. Choď ruky. Чтобы вам было удобно, выгодно. Comfortable position for you. Что вы? Само движение. Да, что он чувствует? Какие у него ощущения? То есть вы поняли, что не самое важное сразу нанести удар? First movement to get the punch. You need to just come on. The first one to take the movement. Это будет сильнее. Thank you.